Расписывать трамваи местным любителям граффити еще не приходилось. Тем интереснее им участвовать в фестивале, организованном Краевым дворцом молодежи. Представить свои эскизы художники могут до 1 апреля. Отбор будет на стадии эскизов нашими профессиональными членами жюри. В последующем уже будут выбраны 5 финалистов. Либо это отдельный участник, либо это команда. В горэлектротрансе идею молодежи поддержали и предложили расписывать трамваи не на свежем воздухе, как планировали изначально, а в депо. Так погода не сможет вмешаться в творческий процесс. Художники будут использовать специальные стойкие краски, чтобы полотна сохранились надолго. Тема определена заранее. Это могут быть какие-то сцены, связанные с победой. Герои, например, 20 века, герои войны. Это могут быть какие-то сцены, возможно, уже парадов и празднований. То есть здесь все очень свободно, просто задана такая одна общая тематика. На творческий процесс создания полотен отведено 3 дня с 22 по 25 апреля. Увидеть победный стрит-арт в движении можно будет сразу по окончании работ. На 3-м и 7-м маршрутах, а уже 9 мая у парка «Центральный» в так называемом трамвайном тупике пройдет импровизированная выставка и наградят победителей фестиваля. Татьяна Голубева, Илья Халяпин. День с толком.